Братья и сестры, сыны и дочери света и песни, нам выпала тяжелая задача. Некроны, враги наших предков, те, кто уничтожил наших братьев, вернулись. Даже в этом тысячелетии многие миры лежат в руинах из-за некронов. Миллионы наших братьев и сестер погибли, как гибнет пламя свечи во время урагана. Мы не можем еще раз пережить это унижение. Уничтожение души — это ужасающий по своей мерзости поступок, которого мы не можем допустить. Некроны должны сполна заплатить за свои действия. Сегодня они заплатят сполна. Видящая Тальдира, замечены монолиты некронов. Так я и думал. Каждая битва с некронами превращается в войну. Не бывает промежуточных побед. Они будут приходить и приходить снова и снова. Готовьтесь к бою. Бойтесь гнева совета. Все будет, как мне пригрезится. Помните, нашествие некронов не остановить. Этот зов. Мир познания поет ли музыка, а я лишь следую его ритм, вокруг которой строится мир. Познания поет мне, а я лишь следую его ритм, мир познания поет мне, а я лишь следую его ритм, управляет нами, пока мы управляем судьбой. Дозорные готовы. Крепитесь, воины. Некроны прибыли. Всемогущие боги, молю вас, ведите мою душу в непознанном. Видящая Тальдира взывает к вам. Дайте мне сил. Мы не подведем. Война стоит у ворот. Все будет, как мне пригрезится. Моя музыка — это основа, вокруг которой строятся миры. Судьба управляет нами. Мы выполним свой долг. Пока мы управляем судьбой. Бойтесь жнецов, забирающих жизни. Наше оружие разорвет врагов на части. Моя песня поведет меня. Мы выполним свой долг. Оказалось таким простым. Дозорные готовы. Мы
Это мое слово «Строгин». Я достану это истинное письмо. А если их не поведет меня? Хочешь предсказать на следующий шаг? Огненное письмо готово. Ваше право вести нас не поведет со мной. Время пришло. Пора воспользоваться силой камня душ. Выберите перекресток путей и уничтожьте монолит с помощью камня душ. Мы победили. Убейте последних некронов. Наконец-то мы можем вернуться домой, к близким. Моя музыка — это основа, вокруг которой строятся миры. Я готов творить. Моя музыка меняет суть костей мироздания. Орудие призмы полностью заряжено. Противника. Судьба управляет нами, пока мы управляем судьбой. Смотри, судьба меняется, пока мы управляем судьбой. Наше изгнание закончилось. Судьба управляет нами, пока мы управляем судьбой. Вы получите то, в чем судьба управляет нами. Пока мы управляем судьбой. Будущее оказалось таким простым. Все будет, как мне пригрезится. Мы лишь подмастерье великого жнеца. Мы лишь подмастерье великого жнеца. Бойтесь, гнев. Дозорные готовы. Чувствую, как приближается враг. Наши тропы известны только нам. Мы вернулись, чтобы защитить мир. Огненная призма готова. Я готов творить. Нас вызывали? Система Хамелеон включена. Скользим, словно призраки. Мы знавали и более темные тропы. Я готов творить. Скажите, где необходим. Да, я готов творить. Наши тропы известны только нам. Мы знавали и более темные тропы. Наше любопытство ведет нас. Пусть прольется кровь. Огненная призма готова. Странники вернулись. Лишь война может дать то, чего мы жаждем. Враг на расстоянии выстрела. Быстро и бесшумно. Мы приближаемся к цели. Нет. Опять монолиты. Битва только начинается. Силы камня душ истощены. Судьба покарала нас. У нас остался последний шанс. Мы еще можем воспользоваться этим примитивным титаном. Наши скульпторы могут выпустить на волю силу, заключенную в его архаичном оружии.
покажите, где необходим. Да, она в наших руках. Мы вернулись, чтобы защитить мир. Процесс запущен. Но чтобы все получилось, мы должны по очереди питать энергией части Титана. Моя музыка меняет суть костей мироздания. Я готов творить. Смотри, мир меняется от музыки Создателя. Я готов творить. Я готов творить. Я готов творить. Я готов творить. Укажите мне место. Я готов творить мир. Я готов творить. Я готов творить. Лицом к лицу с опасностью. Покажите тех, кого нужно стереть с лица земли. Теперь эта часть Титана наша. Направьте орудие Титана на наших врагов и отбросьте некронов. Разум распадается на части. Отступаем. Учитель покинул нас. Оружие Титана восстанавливает силу камня душ. Чем больше орудий Титана мы захватим, тем быстрее оживет камень душ. Ты заплатишь за все, чужая. Вы захватили Титан, но вы не успеете им воспользоваться. Люди, поймите, ваши настоящие враги некроны, а не мы. Разрешите нам помочь вам. Некроны, эльдары, орки! Все вы умрете, когда здесь будет генерал Стурн. Монолит разделился. Мы погибнем. Это хуже, чем поражение, ведь это значит, что скоро эта зараза вернется. Мы не можем упустить монолит. Разрушьте его до того, как он исчезнет. Уничтожайте его всеми возможными способами, пока он не взорвется. Моя музыка — это основа, вокруг которой движется остальное. Ничто не укроется от моего взора. Скажите третьей роте отступить. Противник погонится за ней, после чего восьмая и десятая роты окружат его. Мы делали так на Балтаве. Генерал! Эльдары! Опустите оружие! Я пришла говорить, а не сражаться. Один раз мы уже вам поверили. Сегодня мы не враги. И я прошу вас не относиться к нам как к врагам. Нам не нужен ваш Титан. Вы получите его, как только мы разберемся с некронами. Я не верю тебе, Эльдар. Нам и не нужно ваше доверие. Чтобы выиграть эту войну, нам нужна только ваша помощь. Хорошо. Мы под огнем противника. Всем подразделениям! Сконцентрируйте огонь на некронах! Мы должны победить! Моя музыка — это основа, вокруг которой строятся миры.
слова мои, за все мире сокрываешь. Все будет, как мне придется. Зови ко мне, если пожелаешь. Мы вернулись, чтобы защитить мир. Все удары должны откликнуться на этот срок. Что мы должны сделать? Это не я готов сражаться. Покажите мне место. Сжечь пламя войны. Мудрые слова мои. Держись, иначе не погибну. Смерть ждет вас. Орудие ведьмы полностью заряжены. Моя музыка — это основа, вокруг которой строятся миры. Судьба управляет нами, пока мы управляем судьбой. Мы несем потери. Я готов творить. Хвала небу, мы выжили. Я достану это из объятий. Орудие жизни полностью заряжено. Мы быстро движемся к цели. Похоже, судьба решила устроить нам испытание. Теперь нам нужно отразить атаку надвигающихся армий хаоса. Огненная призма готова. К нам приближаются рабы хаоса. С опасностью. Пора разжечь пламя войны. Орда пришла на наши земли. С опасностью. Враг атакует. Под огнем противника.
атакует. Мы победили. Мы выиграли бой, но пока не выиграли войну. Титан хорошо послужил нам, но он готов взорваться от перегрузки. А если это произойдет, мы все погибнем в огненном хаосе. Наш народ ждет вашего приказа, видящее. Что мы должны делать? Некроны пришли, чтобы получить новые души. Они проиграли. Теперь мы можем спокойно уйти. Объявляю эвакуацию. Все в порталы. Нам больше нечего делать в этом мире. Сегодня мы победили. Мы выиграли не только битву. Некроны пойдут дальше, но теперь за каждым углом, за каждым изгибом этой вселенной их будем ждать мы. И мы будем готовы отразить нападение.